В женском чемпионате Беларуси по гандболу состоялись очередные поединки. Витебчанка в гостях обыграла Берестье 39-31. Столичный БНТУ «Белас» обыграл свой же дубль 44-27. Для Гомеля очередной матч чемпионата оказался легкой прогулкой. На домашнем паркете команда Томаша Чатера разгромила Березину 49-13. В воскресенье 7 октября гомельчанкам предстоит поединок с принципиальным соперником – БНТУ «Белас». Первое в нынешнем сезоне противостояние лидеров белорусского женского клубного гандбола пройдет в Гомеле, начало в 18:00. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на официальном YouTube-канале гандбольного клуба «Гомель».